пересадки на станции Тургеневская, Калужско-Рижской линии и станцию Сретенский бульвар. Станция метро «Чистые пруды» самая старая, одна из первых, открыта 15 мая 1935 года. В 1971 году была реконструирована. Все три станции пилонные, трехсводчатые, глубокого заложения. «Чистые пруды» находятся на границе районов Басманный и Красносельский в центре Москвы. 16 ноября, суббота, время вечернее, «Чистые пруды». Названо по чистопрудному бульвару и чистым прудам, расположенным далеко от бульвара. Станция Тургеневская открыта 5 января 1902 года. Глубина 49 метров, чистые пруды 35 метров. Самое последнее, Сретенский бульвар 29 декабря 2007 года, глубина 60 метров. Выходы, Чистопрудный бульвар, Мясницкая улица, Тургеневская площадь, также площадь Мясницкие ворота и Сретенский бульвар. Сретенский бульвар открылся, станция открылась между станциями Чкаловская и Трубная. А «Чистые пруды» на Сокольнической линии, которая сейчас идет от Коммунарки до бульвара Рокоссовского. В районе бульварного кольца находятся эти три станции. Московский почтамт. Проспект Академика Сахарова, на котором проводятся митинги. Линия номер один, вот Любинско-Дмитровская линия, на которой находится станция Сретенский бульвар, одна из самых современных. Первый участок от Чкаловской до Волжской открыт в 1995 году. И потом в 21 веке станции открывались и будут открываться. Станции метро «Южный порт», улица 80-летия Москвы, Леонозова и Физтех. Это планируется открыть до 2024 года. Станции красивые. Все три. Такое оформление. Красивых станций много, тех, которые построены в постсоветский период, тоже можно найти. Чистые пруды, патриаршие пруды, это главные пруды, которые как достопримечательности в Москве имеют свою историю. Набережные Москвы, реки. То есть в центре Москвы много мест, где водоемы, много набережных. Переход на станцию Сретенский бульвар. Я пойду по порядку, по возрастанию линий.
это один Тургеневская 6, Сретенский бульвар 10. Линии получили свои номера не просто так, это хронологическая последовательность. В этом году открыта 15-я линия, участок от Косино до Некрасовки. 16-я Коммунарская линия и дальше Бирюлевская. Самая глубокая современная станция — Сретенский бульвар. Самая первая и мелкая из этих — чистые пруды. Почему-то такая станция метро — чистые пруды. В центре Москвы чистопрудного бульвара и чистых прудов. Поэтому она получила свое название. Сейчас я покажу еще две станции, расположенные в данном месте. Появилась в 1972 году, уже по соединению, тоже красивая, на Калужско-Рижской линии, идет от Новоязненской до Медведково. На Рижской скоро будет пересадка на второй диаметр. Тургеневская названа по Тургеневской площади, под которой расположено. Под этим всем станции и расположены под площадями, под улицами, поэтому они и получили свои названия. Тургеневская площадь, проспект Академика Сахарова и переход на Сретенский бульвар. Такое красивое украшение. Thank you.
еще одно. Тут еще выходы на станции уже поглубже, чем чистые пруды, на 14 метров. Памятная доска. Такие есть абсолютно на всех станциях метро, но на некоторых еще указано, что это памятник истории и культуры. Иностранцы посещают Москву. Конечно, в Москве много всего интересного. Место встречи и центр зала. Вот такая станция метро Тургеневская. И остается последняя станция участки, Сретенский бульвар. Самое современное. Также выход на Сретенский бульвар. До 1990 года станция «Чистые пруды» называлась Кировской. Уже современный переход. В 21 веке еще не было года без метро. Обязательно хоть одна станция была открыта. Начиная с 1999 года станции метро открывались. Сначала, конечно, по одной. Вот прошлый год это рекорд. 17 станций. 10-я Люблинско-Дмитровская линия. Чкаловская. Минский вокзал, Окружная. Первый диаметр. Второй — Римская, Чкаловская. Печатники. Это все будет понятно, когда откроют московские центральные диаметры. Соответственно, все это будет объявлять. Станция метро Сретенский бульвар. Вот такое оформление. Стиле. Это не просто колонны и станции. Пилонные, трехсводчатые, глубокие.
подсветка тоже необычная. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Седьмой год, Чистопрудный бульвар. Все оформление посвящено литературным произведениям. Но за последние 10 лет открыто гораздо больше станций метро, чем за предыдущие. То есть 1999 по 2009 меньше, чем 2009 по 2019. Вообще за первый 19 лет этого века открыто 70 станций метро. До этого было 162, сейчас 232. В этом году 8. Конечно, это хорошо. Метро имеет непосредственные близости 90% жителей столицы. И при нынешнем мэре Москвы станции метро открываются все больше и больше. Я снимаю все эти открытия за последние два года, а также станции метро в Москве, открытые до этого, с 1935 года. Вот такие красивые станции метро Чистопрудного, Третьего бульвара, площади Мясницкие ворота, Тургеневской площади, затем на Академии Сахарова, Чистые пруды, Тургеневская и Сретенский бульвар.